Какао-бобы из Западной Африки должны пройти долгий путь, прежде чем их можно будет превратить в лучшие шоколадные творения. Разноцветные стручки какао собирают два раза в год. Плоды растут прямо на стволах деревьев высотой от 4 до 6 метров. Фермеры тщательно срезают отдельные куски. Отдельное какао-дерево может произвести от 50 до 150 прудов в течение 6 месяцев. Свежесобранные плоды вскрываются и высаживаются в горшки на самой плантации. Используя правильную технику, бобы и окружающую их белую мякоть можно легко удалить из твердой скорлупы какао. Фермеры помогают друг другу ускорить работу. Свежесобранные бобы в горшках укладывают на банановые листья и накрывают крышкой на несколько дней, именно тогда бобы начинают бродить. В процессе брожения бобы теряют свой горький вкус и приобретают ароматические ароматы. Зародышевая почка в бобах отмирает.